Погода была жарища, пекло. А сейчас чик, резко все потемнело. Ну, иногда идет дождь, но это лето. Быстро проходит, высыхает, как бы, ну, хоть не так сильно душно. Вот, наверное, все это с приближением других планет, наверное, происходит. Но такие у нас еще дома он есть. Вот. Еду забирать Илюху, говорит, забирай, я уже два раза промокал. Вот такой у нас дворец Багратион есть. Там вдали стоит и водяной спорт, этот водный стадион. Вот. Такие девятиэтажки. Вот, оказал чик и все. И все, и пошел дождик. То так, то так, то так, то так. Сейчас надо пацана теперь. Опа, опа, давай, давай, мой дизелек. Опа, потихонечку. Сейчас мы Илюху заберем. Ну, вон он, мой чемергиз. Племяш любимый. Мячик уже кинул сюда. Свой дорогой. Только это не он бежит. Ну и что ты смотришь? Смотрит он. А, Илюха? Мячи пусть давай возвращают. То быстро забери, то теперь... Сейчас я выйду на улицу получше, хоть дождик идет, конечно. Вон по лужам видно. Такие есть дома. Такая небольшая экскурсия, такие игровые. Вот школа, где Илюха учится. Тоже там корт. Площадка, ну этот, стадион. Вот такие детские, а сзади там детская для детей. Илья, давай быстрее, что ты там? Титьки мнешь. Не распрощаются. Дождик идет, то забери быстрее. Давай бегом. Футболист, блин. А? ФИФА. ФУФА. Давай, поехали, там надо лайму посмотреть. Туда-сюда. Ты где поедешь? Спереди, сзади? Сзади. Здравствуйте. Друзья, давай этот тархунчик дай сюда. А то он летает туда-сюда. Вот аптечку. Надо ее все туда уложить. Собакам. Тут и квас лежит. Я дверь закрыл. Закрыл, закрыл. А то давай, Юра, приезжай быстрее, а сам это. Не идешь там, что ты не можешь распрощаться? Да. Да. Я приеду. Поедем, мне надо собак проверить туда-сюда и посмотреть, там дождик целый день. Тут... Нет, не целый. Ну не целый, с утра была духота. С утра был маленький дождик. Угу. А сейчас вон вы гуляете под дождем. Поехали. Точно не поедешь со мной? Точно. А что так? Нет. Не хочешь? Правильно, нечего мокнуть. Подождем. Тогда сейчас тебе заглушу. Он сейчас заглохнет. Я пойду проверю собак. Дам покушать. Ну давай уже, ты глохни. Правильно, правильно. Все, я сейчас быстро лег. Ой, какой дождик опять льет. Что ж такое-то, а? Нет, скорее всего, я буду крышу тоже, эти лаги, тес покупать, это все. Деньги лучше я профиль куплю. Я так думал, думал, я это делал со схемы с интернета. Вы живые тут? Дождик идет, да, особо. Иди, иди. Лаймы-то у меня вон отдельно в апартаментах. Она там любит почему-то. Златуля. Сейчас.
завтра у вас новый ливер будет. Там просто... А, Танюх, кажется, я такой красавец-то забыл. Ой-ой-ой-ой. Палец почему? Так, ладно. Сниму, новые подписчики просят опять эту кашу снять. Я сниму завтра, конечно. Как я им варю. Вот. Когда я на природе... Я-то, в принципе, мы на природе тогда пробыли совсем мало. Сутки, наверное. Потом я уехал на стройку. Мы побыли, переночевали. И к концу дня потом я уехал в Красновидово на этот фундамент. Да, вот. А потом сниму я его в альбом, вроде в разные, в плейлистах. Смотрите, пожалуйста, и охоту, кто соскучился по охоте. Там и лоси, и кабаны, и куницы, и хорьки, и норки, там бобры, все и там есть. Танюх проголодал. Сейчас я накормлю. Что, Златулька так села, вот смотрит на меня. А скачечку, улыбочку. Ну покажи улыбочку-то. Хорошая. Чуть-чуть подмылась ты, да? А это ты со мной поиграться. Вот Златка стала со мной играться. На тетку посмотрела. Ай! У меня такие же позы, как она делает, она передала. Злата! Злата, чик-чик, тормози! Ай ты к Соболю. Соболь тоже поиграться. Да. Да, достает тебе девка бестия. Вон какая она, ягоза. А дождь льет, я уже мокрый с вами. Соболь, раз домой. Там же девку, на эту девку рассчитывать нельзя. Язык на плечо. Все, ко мне в ноги. Преданная будет девка, очень преданная. Она уже преданная. Так ей только позывной даю, она бросает всех. Всех бросает. Не будет она ничем не заниматься, раз ее позвали. Ну это пока посмотрим, да, первой крови. Посмотрим. Конечно, я ее буду ставить чисто по пушнине. Вот. Мне нужна кунятница. Чисто вверх. Потому что охота на самом деле интересна. Лаймусь, что ты там ешь? Эти хоз гоняешь? Дайте я тебе отцеплю-то. Забыл про тебя. Вас только много. Иди гуляй. Иди гуляй. Иди. Мамку нет, вот тетка пришла. Давай тетку. Тетка пошла. Массовка сейчас будет. Щелк, щелк. Перещелк. Ну, Соболь, да, и в туалет. Вот контролер, чтобы там все понюхать, а потом свою ногу там поднять. Кавалер, блин. Трижды собачьей лаечной звезды по имени Соболь. О, я же говорю. И пописал как лайм почти, да. Да, потягушечки. Спаливай. Погода дождливая. Вот только девки резвятся. Ну, Соболь присоединяется. Он гремит. Слышите, гром? Вот такие у нас погоды. Погоды, невзгоды. У меня так одеяло, наверное, моется больше, чем я его сушу. Хотя от него толку никакого. Дядя Саша, что тут примерял эту карголыгу. Лайм, уходи оттуда. Втроем. Растягивает. Все, понеслась. Что ты такое? Тихо. Все. Тихо. Что ты там? Больно там? Да я знаю, у тебя шишка какая-то была. Нет, я сдавливал. Там где-то поранилось. Все. Все нормально. Открылось, это хорошо. Видно, может, грязь попала. Ну, как у людей. Ничего страшного. Так, ребята, давайте я сейчас... То у меня лето в машине. И копать надо. Похолодало сразу. Духота спала. Я сам под дождем с вами стою. Хорошо. Не буду я тёс, наверное, покупать. Ничего, это дорого. Все это так, такой вольер обойдется дорогой. Там это кошмар. Я видел просто в интернете. Они вверх даже перекрытия тоже из такого профиля, а потом железо положили и все как бы нормально. Вот, поэтому
Думаю, что я буду делать как по конструкции, как я и хотел. Единственное, что я его сделаю разборный на две части. Посажу низ, чтобы если что-то где-то отпилить, я на своем грузовике его сечу куда-то перевезу. Чтобы он по размерам не вошел просто в грузовик. А так, это частично. Вот. А на самом деле, что тут? Где-то сварка, петли, конечно, приварю, двери там сваренные будут, там квадрат. Все равно еще много профиля покупать на те же двери, сетку. И так он обойдется, он золотой будет, так кажется. А с дерева, еще и дерево, тес сейчас такое дерево дорогое, вообще кошмар. Я цены глянул, вообще, что там говорить, сейчас строительство это в лес. Там миллионером надо быть. Просто реально. Что там, потому что все надо. Какая-то мелочь, а стоит бабок. Сейчас не те времена, когда за бутылочку-то можно было пойти, там договориться, там тракторист приехал, литр поставил, он тебе там все перепахал, там все это, самогоночки там или что там. А сейчас нет, сейчас только всем бабки давай, и все цены держат одинаковые. С пилорамой договорился, привез. Да, сейчас те времена, которые строятся, я не знаю, как надо строиться. Ну давайте, я вот сейчас, блин, я весь мокрый уже, все, девчонки и мальчишки, а также их родители, намокнуть не хотите ли? Всем хорошей погоды, позитива, улыбок, все будет, просто... Хотел побыть 2 дня, не получилось мне на речке быть больше. И я уехал просто в Красновиду, а там снимать, заряжать, там не до этого. Надо было то решать, это решать. Там и прицеп стоит, там все стоит. Вот, убранный, потому что на всякий случай все закрыто. Вот. Я так чуть снял тогда, вы видели это видео, где бурят скважины. Вот их встречал. Потом все расплачивался, они уехали, потом другие приехали. Потом надо было там нанять людей, чтобы они сделали канавы все и все там, мелиорацию вот эту вот все провели, ну вот прокопали дренажные каналы. Ну, короче, что объяснять, стройка есть стройка. Поэтому вот такие вот дела. Поэтому было не до съемок и... Не удалось отдохнуть, хоть собаки немного, хоть искупались, хотя были дожди. Вот, я единственное тоже орался, искупался и все. Больше не получилось. А так дождь. Духота днем, ночью дождь. Было. Хотя бы вот сутки было так. Так, куда собрались там? Ну давайте, всем давайте. Да? Злата, скажи всем пока. Скажи физкульт привет. На пиво нет, хотя я пиво вообще ни разу не пил. Ну, пил когда-то, пробовал, но я его в нем ничего не понимаю, в этом пиве. Кто-то любит пиво, а я не вижу я в нем смысла никакого. Что они там такое берут-то, вот бывает помного. И пьют тут, вот, бывает у меня друзья сядут, тараночку возьмут, и могут выпить столько, что мама не горюй. И куда же, я думаю, они только в туалет и бегают. И куда же вам столько лезет-то? Зато красиво получается. Еще раз. Там я густо. Мне пришлось крышу разобрать. И этот. Убрал я крышу, потом настелю. Просто вот здесь дно осталось и там. Но просто решил, не достаю я. Я туда залезаю, но неудобно с локтя край этот промарить. Просто я вспомнил, в холодильнике стоят, мамка огурцы замариновала свежие. Вот. И вот стеночку эту и ту. А бутылочку он еще тут. А, полбутылки всего осталось. У меня где-то еще была одна бутылка. Соболь. Скажи всем пока, я пошла. Соболь. Скажи всем пока. Скажи всем пока. Молодец. Все.